Интересная информация. На канале наших друзей проходит розыгрыш призов, где призовой фонд более 300 тысяч рублей. Разыгрываются регулярно и в прямом эфире, никакого обмана. Обязательно переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и участвуйте. Скажу по секрету, суперпризы у них, конечно, достойные. Возможно, даже разыграют Эквинокс. Так что, друзья, подписчики, рекомендую. Всем привет, господа. Колясик, иди-ка в кадр. Давай сюда тебя. Итак, сегодня у нас очередное путешествие в поисках золота, приключений. На жопу. Да, Коля? Итак, сегодня две деревеньки у нас по плану. Одна не планирована, сюда заехали, а там еще одна. Сейчас здесь обследуем все. Здесь вон посажено. Мы здесь ходить не будем, но зато за нашими плечами вот здесь деревня стояла. Здесь не посажено, здесь покосы. По краю походим. Да. Потом переедем на пашню и переедем вот туда еще, за речку. В общем, три деревни по плану, не знаю, как все будет. Должны что-нибудь найти. Как обычно, если это вы видите. А, мы сегодня взяли квадрокоптер еще сегодня, колясик. Полетаем. Если это видео видите, мы, значит, что-то нашли. Если не видите, ничего мы не нашли. Смотрим, не переключаемся. Будет интересно. Погнали. Да, смотрим. Коля, там ищет. Тут чьи-то батареечки валяются. Между прочим, кто-то ходил, но ям пока не видно. Вон я железяку зацепил. Такие мы железяки с собой берем. Обязательно. Толстенное железо. Лемех. Забираем. Конина попадает. Украшение конской упряжи. Такие. Значит, и монета должна быть. На этот не лезем. На поле. Ходим по окраине. Коляныч там что-то из ямы не выкопать не может. Не знаю, что он. Все, погода замечательная. Тут у них речка бежит. Ну, сейчас мы. Похожу я здесь, так полетаю, я вам покажу. Терочка у нас сегодня. Сразу же монету зацепила. Только вышли. Почти сверху лежит. Что-то здесь плохо. Походу, поискали кто-то. Вот 30-й год. 5 копеек. Да, верховые. Сейчас цену глянем, посмотрим, сколько стоит. Еще этот. Седло осталось от монеты. Ну и терочка 30, между прочим, показания на монету, да? Угу. Конина это тоже так же 30 было. 32. 32? Ага, 30-32, ну тут и 30. Посмотрим. 5 копеек, 930 год. 1930, алюминиевая бронза. 80 рублей, в общем, стоит. Монеты России, СССР. Play Market, качайте. Колян наверх ушел. Всем привет. Еще раз. Монетка выпала у меня. Я не знаю, что за монета. Я не вижу через камеру. Короче, какой-то советик. Вот такой советик. По дороге хожу. Дима вон там с Лехой. Нашли 5 копеек, 30-й год. Смотрим дальше. Итак, докладываю. Между прочим, утром здесь кто-то ходил, все ископано. Вообще свежие следы. О, нашел аномалию посреди поля. Тоже все истоптано, думаю, дай зайду. Монету пропустили, копщики плюшевые здесь были. Осищенки, наверное. 10 копеек. 10 копеек. 57-й год. Замечательно. В этот год мы здесь не походим, но деревня была гигантская. Даже вон там растет хрен. Походить можно. Коля по окраине тоже ходит. Сейчас чуть-чуть здесь пробежимся. Сейчас я взлечу здесь. Полетаем, вон туда еще на ту сторону заедем. Там по полю пробежимся. И поедем дальше тут, на пашню. 10 копеек 57-го года стоят 10 копеек. Ой, 10 рублей. Шляпа. Но находочка.
Как-то здесь красиво. Нормально сегодня. Погодка четкая. Уже сегодня у нас 31 августа. Все. А нет, 30 или 31? Как-то так. Какие-то предметы странные валяются. Такие железячки, серьезно. Здесь у них квадрат внутри. Звучит цветнину. Вечермет, наверное, возьмем. О, деревня большая была, но до туда шла. Там дома еще сделаны в кучу. Потом деревня вон там дальше стоит. Красотень. В общем, вся деревня стоит вот здесь, на поле. Здесь вообще мало. Какие-то негодяи ходили прямо по ржи. Там я ходил, видел. Сейчас я здесь полетаю. Сейчас полетаем и переедем на другое место, потому что здесь ловить пока нечего. До следующего года. Смотрим. Полеты. Thank you.
Вон здесь досками закрытая летал. Погоди, на этой или колодец здесь, Коляныч? Значит, там досками закрыто колодец. Что, пойдем дойдем? С Коляном смотрим. Деревня вообще здоровенная была. Это что, тоже колодец обвалился? Это, скорее всего, яма дымовая. Ну, больно большая, Коля. Ты чё? Подвал был. Кирпичей усыпано. Угу. На металлоискатели будет делать. Смотри, сколько кирпичей, Коля. Чё, пошли там колодец глянем. На квадрокоптере сейчас летал, там видел. Колодец закрыт досками. Сейчас Коляном дойдем, посмотрим. Магнит, может, Коля, кинем. О, сколько кирпичей тут. Все засеяно. Там тоже деревни стоят. Там деревня. Вон за Колей деревня стоит. Красотень. Ой, что-то, Коля, я семечек наелся. Дай мне, я поем. Что это? Не, я обшивка. Не колодец это. Да вроде колодец где-то я видел. Не? Не? Жаль. Еще туда была деревня. Туда была, да. Че, поехали в другое место? Угу. Тут пока ловить нечего, все засажено. Приехали мы на деревню. Мы здесь были позавчера, но здесь не было не спахано. Трактор ходил там, и мы подождали. Вчера мы не ездили, по определенным обстоятельствам дела были. Думаем, сегодня. И уже за день, как спахали, кто-то приехал. Не успели мы первое. Два человека, судя по следам, машину здесь поставили. И пошли к деревне. Не знаю, сейчас, Коля, посмотрим. Профи копали или нет, оставили ли нам что-нибудь. Как думаешь, Колясик? Ты что делаешь-то? Покажи, что ешь. Пицца. Ну, давай глянем. Вот то поле, Коля, за этим богато это. Там деревня стоит, но она во ржи вся. Сейчас ехали. Пошли с пацанами к деревне. Идем по чужим следам. Не знаю, камера видно. Руб зацепил. Походу, дедушку прикармливали. А я ихний руб. Нафига вы рубли-то, пацаны, закопаете? Дедушка надо прикармливать этим конфетами. Чудо, прикормку вытащил. Что-то уже нашли, пацаны. Что там у вас? Что-то нашли. Коля, что там? Иголка в стоге сена. Чермет, Коля? О, так это знаешь, что такое? Это булава. По голове-то бить. Да ладно. Я тебе говорю, вон она, шестигранная. Или волкобой он назывался. Ну ты что, тяжелая? Так такая должна быть. Но не на веревку привязались-то. Этот-то, видишь, на палке был. Ты что, Коля, это музейный экспонат? Это от какой-то колхозной техники фигня какая-то. От какой колхозной техники? Это древняя штучка. Волков бить. На, палица древняя. Видишь, грани по голове стучать. А это гвоздь, видишь, кованый. Да, прибито в палку прибито было. Прибито в палку было. Че ты? Возьми музейный экспонат. Почистишь, между прочим, гранями. У меня нету сумки с собой. Бери. Заберем потом. Ну и Колясик. Нашел антиквар опять. Не можем дойти еще никак. Находки так и прут. Да, какая-то интересная. Да, говорю, сюда палка вставлялась. Это били. Вот он. Может, кувалдочка такая бывает? Не, это головы пробивать недовольным крестьянам. Что, положишь в карман? Да. Давай. Ну, какое древнее шило. Чук. А может, древние часы? Непонятненько. Берем. Там копщики вчерашние кофту оставили. Видать, до того упились. Подбросили древний свитер свой. Жаркий коп был, походу, у них. Колясик! Херово походили вчерашние копари-то. Крест! Как показать-то? Крест православный целый, между прочим. Приличный такой обычный. Нет, да этот. Штурвал. Штурвал 17 век. Ранние славяне. Походу, женский. Ушко целое.
А у Лехи там замочек, сейчас покажу. Что-то херовенько, видать, Леха, походили-то они тут. Асичники точно были. Мне все подписчики говорят, что на асичников гонишь, порвем. Я говорю, я не гоню, констатирую факты, что Аська, прибор так, по чермету. Лучше уж терочку 305-ю. О, Коляныч, тут древний такой замочек. Если бы ты видел. Ты вчера ключ от такого находил или позавчера? Ну-ка, точно, то от этого замка и есть. Че, медный замочек? Пропиленный, амбар взломан, золото украдено. Тема вообще, бор смотреть. Мы, между прочим, по этой стороне-то не ходили. Какие-то железячки валяются, древние. Прикинь, мы не успели. Можно было, в принципе, да, позавчера подождать, он бы допахал. Но мы бы ничего не успели тогда. А, ну во. Частенько не попадает. Терочка нашла. Во! О, нифига. Ну, не часто тоже попадают эти крестики. Ну, часто для нас. Жаль. А для кого-то раз в жизни может. Жаль, не серебро. Сейчас серебро поднимем. И чем дальше, пацаны. И девчонки тоже. Вот здесь деревушка стояла. Богатая-богатая, но не очень богатая. А дальше там еще богаче. Но там рожь стоит. Че у тебя, сигнал? Проволочный. Проволочный совдеп, но тут совдеп есть. Копай, Коля. Я в орешке, между прочим, сегодня забыл сумочку боковую. Вас когда вы меня все торопили, я забыл. И мне перчатки. О, пуговица, доставай. О. Пуговка. Колясик-то пуговицу нашел. Старинная. Старинная, действительно. Ну что, поперли находки, Коля, еще не дошли. У меня щетки нету с собой. Я же это, в сумке ее оставил. А, и сумку не взял. Сумку-то не взял, а у меня там и перчатки, и все, нет вроде надписи, Коля. Что-то у меня фокусируется, правильно, неправильно? Нормально. Че? Совдеп нашел. На-ка, бери пуговицу, да пошел я. За одним кадром все это снимаем. В прямом эфире. Царская одна копеечка, пацаны. Леша еще прибор не изучил по-хорошему. Держи это, замок свой. Отмоешь, коллекционная вещь будет. Че по году? О, 1906. Походу, вчерашние копщики или сегодняшние пьяные были. 906 год. Цена 2 доллара. Держи, в таком сохране ничего не стоит. Вон кофточка-то валяется. Чья-то. Медведи, наверное, съели. Там речка бежит. Туда, туда, туда и все. Ладно, ищем дальше. Только камеру выключил, Коляна кричит. Подвесочка нашел. Че, вообще мертвая? Где? А, так это не подвесочка, это иконка. Коля. Божья Матерь. Николай Чудотворец. Есть ли что хоть? Рисуночек. А хрен знает, на щетку. Вообще все затерто, да? Ну, медальончик какой-то. Ты давай нам серебро, что ты шляпу всякую ищешь, Коля? Рубли серебряные. Еще монетос. 1812 год, одна копейка. Копеечка попалась. Убитая. Жаль. Жаль. Пуговица гирька. Гиря. Гиря. Парни ходят. Смотри. Терочка у нас нашла две копеечки. Терка сегодня уже три монеты зацепила сразу. 903 год. Сейчас цену глянем. Замечательно. Итак, 2 копейки, год 1903, СПБ, тираж 29 миллионов 200 тысяч. Ну, видите, да, сами все. Гурт рубчатый, цена 1 доллар. Монеты царской России, данным раз приложение пользуемся. В Play Market найдете. С этой стороны потертая. Берем. Молодец, Леха. Терочка сегодня у нас всех делает. Как обычно, ни одно урочище не обходится без топора.
Много их попадает. Это целые, можем восстановить. Стали вообще замечательно. Не знаю, может возьмем. Потом шайбы всякие выпадают. Лемеха. Колян туда куда-то убежал. Пока здесь, сейчас туда пойду. Монета какая-то. Ага. 10 копеек. 10 копеек, 47-й год. Вот такая монета. Смотрим дальше. Ни хрена, короче, тут находок нет. Хреново здесь. Надо сваливать. Монетос у нас. Так, что по году-то не вижу. 54-й год. 3 копеечки. Состояние уставшее. Не будем смотреть цену. Интересно. Плохо выбили. Монет много оставили. Товарищи, которые кофту туда потеряли. От самовара задвижка попала. Здесь ручка была, отпала походу. Воду в самоваре перекрывала. Такой большой самоварчик был. Медь. Коля, на чермет возьмем. Пойдет. Сейчас монетос выпал. 3 копеечки походу. Или 5. О, пятак походу. А не это. Не 3 копейки. Да, 5 копеек. 56-й год отсюда вижу. 56-й год. 5 копеечек. CCCR. Сейчас посмотрим. Этот. Ценник. Приблизительный на данную монету. Колян сегодня без пивка, фарта опять у него нету что-то. Одну монету все зацепил. Найдет. Что-нибудь все равно сейчас выцепит раритетное опять. 5 копеек, год 56-й, алюминиевая бронза, вес 5 грамм, диаметр 25 миллиметров, гурт ребристый, базовая стоимость 80 рублей и выше. Ничего не стоит, в общем. Что у меня тут? Время еще нормально. Где-то комбайны ходят, слышно, убирают. За перелеском. Колясик меня зовет. Говорит, у него раритет выскочил. О, Коля. Это же француз. О, солярисы. 16 век. Означают, знаешь, что? Плодородие. Инопланетяне. Какие плодородия, Коля, ты чего? Печатка-то хоть сейчас носи. Мужская. Подгонишь? Подумаю. Нормально. Древняя вещица. 16 век с половиной. Откуда ты все знаешь? Мало это, Коля, монет здесь. Угу. Чего-то вообще мало все. Но есть, но мало. Кружочки какие? Так это инопланетяне. Алавянистая. Бронза, да. Надевай, доноси, да что ты. Загадывай желание. Чего-чего. Чего ты? Колечечки разные валяются. Медные. Фигня. Коля Яныч. Подкармливаю каждый день одно место, да? Сюда? Рыбачить хочешь? Рыбачил. Едем на следующее место, там все выбили. Здесь статуя стоит, интересно. Это что, из дерева, Коля, или не? Да, из дерева. Да, ну, из камня, я думаю. Деревня? Ключи или как она, Коля, называется? Сейчас заедем еще в одно место, посмотрим, спахали или не спахали. Это где-то около Вожгал. Так еще не везде убирают. Это овес вон, Коляныч, стоит. Иду и матерюсь, блин.
Вон пацаны там наверху. Я камеру в машине оставил. Монету нашел. Сейчас покажу. Переехали в деревню. Доброе называется. Или Добряне. Ну, по разным картам по-разному называется. Я в машине камеру забыл, блин. На GoPro снимать. Общие планы только. Макросъемки тут нету. Соответственно. Так, где наша машина? Ой, машина. Где камера? Камера, камера. А вон она стоит, камера, блин, на бардачке. Вот так вот бывает. Рабочие монументы. Там, по-моему, у меня что-то мелкое. Полушка, походу, царская. Сейчас покажу. Смотрим. Позвал Колю чемпиона. Коляныч, посмотри-ка, что у меня за монета. Хотя у тебя зрение-то, конечно, еще то. Че она вон под комком здесь? Ага. Вон, видишь? Я ее положил, чтобы солнцем не выгорело. Ого, одна четвертая копейка. Одна четвертая, одна вторая, наверное. Или одна четвертая копейки. Блин, у меня сегодня кисточки-то нету. Сейчас я почищу, покажу вам. Одна четвертая копейки. Простонародье полушка. Год 1842, двор, по-моему, СМ под номером. Тираж 4 миллиона тысяч. 4 миллиона. В общем, стоит она $10. В хорошем сохранении $90. Свеча-то у меня тут нифига не вижу. Нормально. Николай I это царствовал у нас. Пойдет. Вот здесь где-то деревня стояла. Здесь побегаем и домой поедем. Хватит на сегодня. Снимал, снимал сейчас, как чистил монету, рассказывал про нее. Камеру не включил. Ладно, второй раз. 1932 год. Копеечка у нас попалась. Монеты все маленькие. Походу все крупные сверху снятые. Коля, у меня копейка, 32-й год. А то, сейчас цену глянем. Копеечка-то непростая. 250 рублей стоит. Алюминиевая бронза, 1 грамм, 15 миллиметров. Ультребристый, базовая цена, 250 рублей. Царские монеты называют в долларах. Кто-то там меня поправляет, что переключи на рубли. Я говорю, нахера? Нас же не только в Союзе смотрят. Еще и гости. Это, как сказать-то? Советский Союз глазами зарубежных гостей еще бывает иногда. Иностранцы смотрят. В долларах проще ориентироваться. А здесь в этом приложении в долларах я не нашел, как ставить. Монеты России СССР. Пацанам что-то не везет. У меня еще монитос. Ухухо. Звучат, правда, они так как-то тут в этом грунте интересно. Здесь пониже советы идут. 38-й год, 3 копеечки. А там вверху империя. Нормально. Сейчас глянем цену. Год 38-й, 3 копейки, алюминиевая бронза, 3 грамма, диаметр 22 миллиметра, 50 рублей. Тут, между прочим, у них пятак 36-го года нормально стоит. Сейчас покажу. 600 рублей пятачок. Пятачки всегда ценятся. Ну что, Николай, ты хочешь сказать нашей? Шляпа. Публике. Полная шляпа. Сегодня плохо поискали, да? Мне кажется, нормально. Смотри, сколько мы подняли. Да что? Перстень старинный, с образами. Так, пуговки, гирьки. Я даже 2 рубля нашел там, по рублю. Крест есть, советы есть, копейки серебром есть. Что это? А, замок еще, Коля, замотал. Бубенчики.
Потом цари, цари. Ой, не туда пошел, цари. Ложечку причастие. Ты че, Коля? Смотри, сколько надергали. Юкала мане. Он какая-то, видишь? За полчаса поиска-то. Изделие какое-то было. Это какое-то веретено было. На. Сеть медь. Че, нормально? Сгоняли. Полдня покатались. С трех мест, конечно, не густо. Но и не пусто. Все, на сегодня. Спасибо, кто смотрел. Что у нас, последние дни лета? Все. Зима, скоро будем сидеть на печке, да, Коляныч? Иди, Коляныч, попрощайся с публикой. Потом там свои копендосы заберешь. Нормально, так, катаемся. Места, конечно, уже биты эти, не первый раз ездим. Но выбитых мест не бывает. Всегда интересно приехать, что-нибудь да выскочить. Правда, не везде еще косят и пашут, но уже места появляются. Мы так раза три, наверное, неделю выезжаем. Результативно. Ну и Коляныч, она рыбачит каждый день почти. Все, спасибо, кто смотрел, кто не подписан на канал. Подписывайтесь, ставьте грозные лайки, пишите комментарии. Мы продолжаем снимать и радовать вас новыми видимыми. Всем пока, удачи. Видимыми и невидимыми. У Коли прибор выкидываем. Да, White Sport. White Sport. Между прочим, тебе идет это. Выкидывай. Нел, катушка. Вчера я договорился. Коляна сейчас будет. Я не знаю, когда это видео выйдет. Может, он уже будет блатной, а может. Нел Торнадо. Потому что на следующее воскресенье, Коля, ружье с тобой выходит, как мы с там выиграли ружье. Или вытянули. Вытянули. Ну, ружицо. Всем пока, это когда-нибудь тоже выложим. Увидимся.